Кстати, на самом деле, у меня вот как-то каждый год какое-то есть настроение перед днем рождения, сейчас нет вообще. Не, понятно, тут уже вообще совсем старый. Я, кстати, у Андрея почему-то путаю всегда день рождения, ну, типа, у него 7-го, а я всегда сижу и думаю, типа, наверное, 29 декабря, не знаю, с чего я взял это, вот прям постоянно эти две цифры путаю. И потом сижу, Ой. вспоминаю, 7-го или 29-го. Не, у него 7-го. Ну, он отстал, и я же ему написал. Ну, давайте я туда перейду опять. Давай. Так, значит, Рэди. За вас, да? Хотя я видел его. Конечно, видел. Я ее вообще вытащил. Блять, главное успеть. Важно, когда я это сделал. Главное успеть. Стрихнуть.